С начала года в регионе возобновили курсы первой доврачебной помощи, которые могут посетить все желающие. Накануне такие занятия организовали для жителей поселка Разумное Белгородского района. Участникам, в частности, рассказали о методах остановки кровотечения. Пальцевое прижатие, наложение жгута или турникета на разные части тела. Акцент именно на остановку кровотечения, потому что это является самым первым и важным, что нужно сделать при ранении. Первая доврачебная помощь – это то, что должен сделать простой человек, без подготовки специальной, без образования. Потому что все остальное уже делают подготовленные люди. Медик объяснил также, какие средства временной остановки кровотечения лучше выбирать и в каком виде хранить в сумке или машине, чтобы при необходимости не тратить драгоценное время. После основной лекции слушатели смогли задать все интересующие вопросы и применить полученные знания на практике. Взяла сегодня с собой даже ребенка. Ему было на самом деле, он подчеркнул очень много нового. Сначала шел сюда, да я знаю. Но сказал, да, на самом деле это интересно. То есть замечательно нам рассказал врач. С таким удовольствием это слушала, потому что я никогда не сталкивалась ни с чем таким. Я сейчас очень многому, может быть, не в совершенстве, но что-то я запомнила. В наше время это очень даже нужно, особенно когда в школе-то проходили, уже все забыли. Я не медик, и мы не в медицине не работаем. И это очень хорошо. И хорошо, что у нас губернатор открывает такие курсы. И главное, что бесплатно.